Всем привет! Меня зовут Сергей, и сегодня специально для канала Workout Fitness городских улиц я покажу функциональную тренировку на ноги. Ноги надо тренировать, многие, конечно, воркаутеры этим пренебрегают, но на самом деле для того, чтобы гармонично развивать свое тело, естественно, ногам тоже надо уделять внимание. Особенно если вы, допустим, помимо воркаута занимаетесь еще какими-то другими видами спортивной деятельности, например, бегом на длинной дистанции, как это делаю я. Я бегаю марафоны, трейловые забеги по пересеченной местности и горные забеги. Естественно, для этого необходима функциональная тренировка ног. Вот сегодня я хотел бы показать достаточно короткую, но эффективную функциональную тренировку. Она универсальная, ее можно адаптировать под разные уровни. Я расскажу поподробнее, как это сделать. Ну вот, собственно, начнем. Так, значит, что касается прыжковых упражнений. Первое – это техника. То есть мы всегда делаем стараемся на передней части стопы прыгать. Пружиним, ногу не ставим ровно, да, то есть чуть-чуть полусогнуто, на полусогнутых ногах. Каждое упражнение, да, которое я показывал, оно делается, соответственно, где-то
Для начала там 15-20 раз. Вот. Между упражнениями у вас отдых. Отдых — это тоже прыжки. Прыжки на такой же счет. То есть 10-15 раз прыжковых, вы просто ногам дали небольшую передышку и потом переходите к следующему упражнению. Вот. Самое важное — это здесь не сколько кардио, здесь вы задействуете именно вот вашу координацию. Здесь работают икроножные мышцы очень сильно. Вы, соответственно, даете нагрузку комплексную на все ноги. Ну и плюс, конечно, да, это достаточно такое энергозатратное упражнение, поэтому я рекомендую его начинать делать по времени где-то там от 2-3 минут, и в зависимости от того, насколько вы уже адаптированы к этой нагрузке, увеличивать постепенно, там, добавлять по минутке. Вот. Теперь, что касаемо тех упражнений, которые я показывал на статику. Да, вот статические упражнения, все они выполняются на твердой ровной поверхности. Это, так скажем, базовый уровень. Да? Любые дальнейшие усложнения я вот условно разделяю. Выделяем, можно здесь выделить 4 уровня. Да? То есть первый, это который я показывал, самый простой, когда мы на обычной площадке на твердой поверхности выполняем в этом порядке все упражнения. Второе, добавляем усложнение, то есть добавляем элемент нестабильности. Например, это уклон. Мы можем использовать, да, естественный наклон поверхности, либо используем какую-то неровную, да, нестабильную поверхность. Это может быть песок, это может быть та же самая там перекладинка, да, где-то там скамеечка, еще что-то такое шаткое, валкое. Здесь мы задействуем уже мышцы-стабилизаторы, то есть плюс к тому, что мы даем нагрузку на целевые мышцы, мы еще и прокачиваем стабилизаторы голеностоп, и, в общем-то, это дает нам некоторые усложнения. Ну и, соответственно, если вы хотите максимально усложнить себе жизнь и максимально усложнить упражнения, то в те самые упражнения, про которые я рассказывал, можно добавлять элемент плеометрики. То есть можно делать прыжковые выпады, прыжковые приседания. То есть такие там, соответственно, выпады, да, приседания и прочее. Это все, любой элемент с добавлением прыжков, да, он, соответственно, еще больше усложнит упражнение и позволит вам более эффективно давать нагрузку. Вот, собственно, и все. Check it.